Я приветствую всех. И сегодня я хотела поделиться одной простой мыслью, которая, знаете, в последние несколько дней она прям крутится в моей голове, не отпускает меня. И это очень простая мысль. Мысль про то, что Бог, он не меняется. Сейчас есть такая тенденция, когда, знаете, переписывается не только Евангелие, да, но и переписывается, так сказать, дух вообще евангельского послания, дух вообще библейского послания. И как будто бы, знаете, есть такое некое разделение, типа между Ветхим Заветом, между Новым Заветом, между Богом Ветхого Завета и Богом Нового Завета. И знаете, я думаю, что эта тенденция, она рождается из искаженного понимания Писания, из греческого мышления, да, то есть мы не рождены в еврейских семьях, и мы не умеем думать так, как думают евреи. И поэтому, что для них является нормой, то для нас, как для людей, которые язычники, да, которые пришли к Богу, для нас это не является нормой. И мы пытаемся это как-то подогнуть. И что в итоге получается? В итоге это получается неким, знаете, таким даже извращением каким-то, да. Вот, и поэтому я сегодня хотела прям, не буду читать с печатной Библии, да, потому что будет много местописаний, которых я хочу озвучить. И эти мысли, они как бы, знаете, как даже многие христиане, они представляют Новый Завет, ой, извините, Ветхий Завет, как что-то просто очень такое мрачное, как что-то страшное, как вот что Бог вот там вот всех карал, а потом Иисус умер, и все стало хорошо. Но это абсолютно неправда, это абсолютная ложь, которая не имеет отношения к истине, да. И если мы правильно, с правильным духом вообще читаем ли мы как бы Писание, это тоже важно, Ветхий Завет. Потому что, например, я всегда вижу в Ветхом Завете любящего Бога. Я вижу того Бога, который безумно любит, который безумно хочет близости со своим народом, да, что это не просто какой-то Бог, которому нужно поклонение, которому нужно просто какое-то вот, ну, что-то такое не живое, не настоящее, но это Бог, который вот, он действительно любил свой народ. И вообще весь Ветхий Завет про того же самого Бога, который мечтал о своем народе, который искал человека, который мечтал о любви. И это прекрасно. И если посмотреть Ветхий Завет точно так же учит любви. Или Второзаконие 6.5. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами». Левит 19.17. «Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Притчи 10.12. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, справедливо действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Второе Царств 22.26. «Милостивым ты поступаешь милостиво». Осия 6.6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели в сожжении». Исайя 63.16. «Только ты, Отец наш». Еремия 33.4. «Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, Отец мой?» Малахия 1.6. «Если я Отец, то где почитание ко мне?» Малахия 2.10. «Не один ли у нас у всех Отец?» То есть Ветхий Завет, он говорит о том же Боге, он говорит об Отце, он говорит о милости, он говорит о прощении. Ветхий Завет говорит о том, что выберите пути мои, говорит Бог, и будете жить, да. Это написано всем известным, тоже затисканным нами местописание, это Второзаконие, 31-я, по-моему, глава, если не ошибаюсь. Второзаконие. Люблю эту книгу тоже. 30-я глава, 19-й стих. «Жизнь и смерть предложила я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».
То есть Бог, Он никогда, никогда, никогда Он не менялся. Никогда Он не был злым. Никогда Он не был черствым. Когда мы немножко не знакомы с культурным контекстом, что просто, может быть, для кого-то это будет новым, кто-то, может быть, это знает, да. Но Израиль — это было государство, и Богу пришлось прописать закон. Понимаете? В Ветхом Завете прописаны законы. Это вот представьте аналогия, да? Это если бы мы в наш Новый Завет засунули бы трудовой, налоговый, уголовный и гражданский кодексы. И мы все это объединили. То есть, понимаете, в Ветхом Завете есть законы, которым жили евреи, израильтяне. И эти законы на самом деле... Да, вот когда-то многие читают, ой, там как бы надо было убивать людей, но там есть такое местописание о том, что еще надо было доказать вину человека, и только в самом-самом крайнем случае можно было с ним что-то сделать. Но люди извратили, вы понимаете, это не Бог был такой, но люди извратили. И у Иисуса, у него главная из претензий была вообще к людям всегда, потому что люди извратили образ Бога. Люди извратили, опять-таки, своими похотями и какими-то еще вещами, они извратили образ Бога. И Бог, Он всегда был такой, какой Он есть. И вот если мы возьмем тот период, что там творилось, если мы сравним, как жили языческие народы, и как жил Израиль в плане норм, даже в плане того наказаний, мы увидим, насколько в этом проявлялась благость Бога. То есть язычники, они реально приносили своих детей в жертву, они жгли их, то есть не кидали живых детей прямиком на какие-то прям вот, ну, там, где было раскаленное железо, они кидали туда своих детей, то есть там процветали различные формы извращений, вы даже себе не можете представить, какие, не хочу просто это сейчас говорить, ну, чтобы никто нового ничего не узнал для себя, но там творились страшные вещи, и в контексте этого Израиль, он был на тот момент, да, может быть, мы сейчас с нашей гуманистической предрасположенностью, мы читаем и думаем, Господи, какая жесть. Но на тот момент это была просто самая величайшая норма гуманизма. И Израиль безумно, он отличался этим от всех других народов. Бог, Он не менялся, друзья. Бог, Он точно такой же. И Новый Завет, и смерть Иисуса не поменяли сердце Божьего. Они не поменяли то, кем Он является. Прекратите Бога делать шизофреником с раздвоением личности. И вы знаете, весь Ветхий Завет учит состраданию. Весь Ветхий Завет учит милости. И знаете, что самое интересное? Что мне очень сильно не нравится сегодня в христианстве? Что из Ветхого Завета сделали головняк. Из Ветхого Завета сделали такое, типа, что... Тора — это вот жесть, ее там соблюдали. Но суть-то не в этом. Суть вообще не в этом. Суть в том, что да, человек не может спастись делами. Это да и аминь. Но принципы и все остальное, они вечны. Давайте посмотрим, что сам Творец, он говорит о своем слове, о своих заповедях и о своей Торе. Второзаконие 30.11. «Ибо заповедь сия, которую заповедую тебе сегодня, не тяжела для тебя и недалека». Второзаконие 4.8. «Если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь твой закон, который я предлагаю вам сегодня». Это тоже второзаконие. Второзаконие 26.16. «Исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей». Неемия 9.13. «И снизошел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые». Псалом 18. «Закон Господа совершенен, укрепляет душу, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». Псалом 118. «Я же законом твоим утешаюсь». Псалом 118. «Правда твоя, правда вечная, закон твой истина».
И можно, знаете, на самом деле читать, и ни в одном из этих стихов мы не можем найти того понимания, что Тора или заповедь — это бремя. Согласитесь. Я верю Богу, который говорит, что не тяжела заповедь, и заповедь его есть благо. Об этом говорит все Писание. И вы знаете, закону противоставляется тьма в Ветхом Завете, да, то есть есть закон, который есть свет, и мы знаем, что евреи, они до сих пор живут, они стараются исполнять, и они живут в благословении, потому что они это прекрасно понимают, что это как некие законы, по которым устроено все. И, ну, если бы закон был бременем, а Давид вообще писал, что, ну, как бы, я утешаюсь. И вот здесь вот ключевой момент, на самом деле, что тоже сейчас происходит в христианстве. Что же является бременем? И мы отвечаем на свои вопросы писанием. Нам не надо придумывать. Знаете, на меня иногда мои знакомые, мои друзья, они иногда обижаются. Потому что, когда человек начинает философствовать, вот правда, при мне, я могу его тормознуть и сказать: тихо, сейчас мне неинтересно, что ты говоришь, потому что в Писании говорит по-другому. И те, которые люди меня знают, они нормально к этому относятся. Кто-то может обидеться. Но я не хочу уходить в философствование, понимаете? Я не хочу туда идти, потому что мне это неинтересно, для меня это не актуально. Точно так же, как свои философствования. Я же могу рассказывать сама себе какие-то вещи, да? Но я стараюсь покоряться Писанию. Не всегда это получается. Но это понятно. Смотрите, что является настоящим бременем. Псалом 37:5. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Притча 5:22. «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится». Это притча 5:22. Исайя 1:4. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями». Исайя 24:20. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет». Исайя 43:24. «Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». И бременем Бог называет не закон, и не пытаться, да, быть праведным, не пытаться поступать правильно, а бременем называет Бог наше беззаконие. И есть еще очень интересное местописание. Псалом 18:12. «Раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». И смотрите, здесь интересно, не за соблюдение, а в соблюдении, в том, что мы соблюдаем заповеди Божьи, мы выбираем свет. И через это к нам приходит благословение. Понимаете, Бог, он никогда, никогда, никогда не требовал от израильтян невозможного. Он никогда не дал бы своим детям то, что они не могли выполнить. В чем там была проблема? В том, что люди не хотели покоряться Богу. В том, что люди охотнее выбирают тьму, нежели свет. И знаете, то же самое я вижу сегодня, к сожалению, к большому сожалению, и в христианстве. Когда люди начинают оправдывать какие-то... Ну, такой вообще, если честно, это бред. Начинают и в своих глазах оправдываться, придумывать какие-то теологии непонятные, через греческий разум вот это все пропускать, через немного поврежденные еще, понимаете? То есть пытаются как-то... Ну, и это, конечно, очень сильно огорчает, потому что люди, они ставят себе ловушки, они ставят себе капкан, они говорят, что да-да, благодать нас искупила, но продолжая грешить, они живут в этом же рабстве, продолжая грешить, они живут в этом проклятии. И Бог, он не менялся. Основная моя мысль, что Бог, он не менялся. В Ветхом Завете он был точно такой же. И законы Ветхого Завета, они точно так же действуют и сегодня, да, те же самые законы, о которых Бог говорил, любви и милости.
ничего не поменялось. Что поменялось? Поменялось только то, что через то, что у нас были забраны грехи, сегодня мы имеем общение с Богом. Раньше, да, это было невозможно. У Бога был один народ, с которым он мог общаться. Но напрямую с каждым общаться было невозможно. Хотя израильский народ были его избранным народом, это были его дети. Сегодня мы имеем великое благословение общаться с Богом, быть с ними близким, слышать его. Но слышать его не только, чтобы он нам на ушко шептал: «Ты моя любимая принцесса, ты моя хорошая», да, или «Ты мой принц такой вот, это вот, я так тебя люблю, сюси-пуси». Но чтобы Бог нам говорил тихо в ушко: там, «Дочь моя, сын мой, ты здесь не прав. Тебе надо исправить свои пути. Исправь свои пути и выбирай мои пути». То есть нам по факту просто надо перепрошить свое мышление. И знаете, как Библия говорит: кто крал, впредь не кради, потому что мы живем в новом царстве, понимаете? Можно, конечно, говорить: «Я буду красть, Бог все простил». Но это же бред, это полный бред. И своим детям я всегда говорю, я говорю: «Вы можете делать многое. Прошу вас, не обманывайте сами себя. Признайтесь честно сами себе: я это сделал». И я говорю, и в этот момент просто придет свет, и в этот момент придет благословение. Поэтому, драгоценные, меня очень печалит, когда я вижу такие вещи, когда я вижу некую такую расщепление, расщепленность, да, когда люди реально как бы думают, что там Бог один, там другой, что Бог утруднял своих детей, что Бог, вот бедные израильтяне, да не бедные они израильтяне, поверьте, это был самый благословенный народ, который в то время жил и сейчас, которые исполняют все эти заповеди и живут в благословении. Вот, и поэтому нужно менять то, как мы вообще смотрим, нужно менять вот эти вот парадигмы, да, потому что они у нас очень часто неправильные. Из-за своего неправильного мышления мы начинаем трактовать Писание, мы начинаем его изворачивать, мы начинаем его, как это сказать, извращать и подгонять под собственный больной, часто это больной разум, понимаете, мы приходим к Богу с больным разумом, нам нужно исцеление в нашем разуме. Сколько раз я вот эту фразу говорю, что нам нужно согласиться с Богом, нам нужно начать видеть так, как видит Господь. И это процесс, И сегодня вот я хотела поделиться этой мыслью, что Бог, его законы, его принципы, они вообще не поменялись. Его сердце, оно никогда не поменялось. И мы с вами верим в уникального Бога. Мы с вами верим в невероятного Бога. Мы с вами уверовали в Бога, который есть любовь. И поэтому просто поразмышляйте об этом с Ним же, с Господом. Еще раз, почитайте эти места Писания, которые я сегодня читала. Это тот портрет, да, который мы можем видеть, чего Бог хочет. И вот не забывайте еще вот эту вот одну главную мысль, что Господь в Торе заключил не только правила для религиозного как бы времяпрепровождения, да, и духовной жизни. Не забывайте, что туда включены как бы все кодексы, по которым мы сейчас живем: уголовный, гражданский, налоговый, трудовой и все-все остальные. То есть мы с этой позиции, когда читаем, тогда все становится на свои места. Поэтому, драгоценные, благословения вам. Рада, что вырвалась к вам, ну просто была эта тема, и чувствую, что важно было ее высвободить. Поэтому благословения вам, до скорых встреч!